Решил я тут еще одно видео показать про кучу животных. Забыл просто, я все в одном забыл сделать. Ну, может, я скрею про нанитр 1.02 сразу видео. Вот, смотрите, тот же кабанчик, наверное, сейчас будет, да? А, нет, здесь спайдер на 4 уровне. Странно. Ну, давайте, вот, смотрите, к примеру, что я хотел показать этим видео. Что сейчас, вот спайдер, надо было, знаете, что еще сделать. А я от кого призываю, не спайдера, случайно, жаль, что не спайдера. Как бы было паучья команда, вот что я хочу показать вам. Куча животных просто, как в интернете один можно сделать. Надо было призвать тоже животное, спайдер. Смотрите, сейчас куча будет паучков. То есть команда такая, лесная команда. А, как бы назвать это видео? Ranger his animal или animals или как? Ranger and his animals, то есть Ranger и его животные. Или Ranger and his companions. То есть Ranger и его компаньоны. Нет, ну давайте вот начнем. Просто Ranger напишем. Два, наверное. Смотрите, паук. О, какой интересный паук. Призвал. Вот, смотрите. О, интересная штуковина. Вот оно все. Вот. Это одного. Сейчас еще, смотрите. Наплодим животных куча. Вот настоящий рейнджер. Чуть не друид не сказал. Это они похожи, рейнджер и друид. Просто боевой. Рейнджер больше боевой. Он еще и лучник, может быть. А друид это все с природой связано. И с формами. Больше форм. Ну и смотрите, и сам есть все прямую форму. Вот, видите? Целая команда. Лесная команда такая получилась. Ну что они стоят? За мной моя команда лесная. Прикол. Вот так. О, сколько животных. Все паучки. Мы готовы атаковать. Полностью животный мир. В мире животных. Вот что я вам скажу по этому поводу. Рейнджер и друид. Это называется Greenpeace. Зеленый мир или в мире животных, так я это назову, пожалуй. Мне еще надо было третьего паука вызвать, можно было, животный компаньон. И было бы вообще паучья команда такая. Сейчас пойдем атаковать, убивать всех. Поползем, не пойдем, а поползем. Рейнджеры, животные, вот смотрите. Тут такую музыку надо, пам па 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 пам па па пам какой-нибудь боевую. Все, настало время атаковать. Надо в хайд спрятаться. Рейнджер как раз хайдер. А, нет, эти-то увидят. Ладно, уж вместе нападем, брас. Животные, идем. Все. Где они все? Поможем нашим братьям. Да, вот так вот. Залекаем вот так. Ой. Нифига наши братья. Вперед! Чёрт! Вот это да! Вперед! Вот паучья команда! Вперед! Потом еще на Ranger 2 надо то же самое. Эй, чё встали? Идем. Вот фолов надо делать сюда. Или атак. Вот атаковать ближайших. Вау, как сорвалась это. Может мы еще Дефендера убьем? Одно. Вперед! Пританцовывает паучок. А до Дефендера уже доберемся. А где наша поддержка? Они тут застряли, нет? Мы уже сами продвигаемся. Вперед! Трубатый. Я, пожалуй, нападу сразу на Дефендера. Ну вот, одного. Я, по-моему, ничего не... А я не 30-й? Нет, 40-й. Ну и оружие слабое. Во! Пантера и Тони. Эту котку с рук забираться. Ну ладно. Вот этого я могу делать. А вот и поглощение урона я что ли сделал? Чем? Я по-моему не кину. Все, ребят, меня отбьют. Всем пока. С вами был Игорь, это было плохо.